Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт в новую серию Пиксельмона, где сегодня мы будем продолжать делать наши дела вместе с покемонами. Но, ребята, перед этим не забываем ставить лайки, ведь я даю вам свое слово, то что как только мы наберем 1200 лайков на вот этой серии Пиксельмон, я сразу же выпущу следующую. Почему? Потому что мы уже, в принципе, с вами разговаривали, то что эта версия немного баганая. Если вы хотите новый сезон на новой версии Пиксельмона, если вы хотите, чтобы он вышел как можно быстрее, то нам нужно как можно быстрее закончить вот этот. Поэтому, ребята, активненько всей нашей дружной семьей подписчиков ставим лайки, и серии будут выходить еще чаще. Тем самым мы закончим быстрее этот сезон. И потом, будет ли новый или нет, зависит только от вас. Поэтому, ребята, 1200 лайков, сразу же выходит новая серия. И также не забываем подписываться на мой канал. Как я уже много раз повторялся, каждый подписчик для меня как друг. И я всех вас, кто еще на меня не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Поэтому не поленитесь, кнопочка лайка, кнопочка подписки, я действительно буду очень сильно этому рад. А сейчас, ребята, мы будем приступать к самой серии. Ну что, ребята, как я уже говорил, эти легенды меня уже запарили. Все, вот честно, сейчас мы отменяем охоту на легенд. Что мы будем сейчас делать, чем мы будем активно заниматься, чтобы как можно быстрее закончить этот сезон? Мы будем сейчас прокачивать всех наших покемонов. И так активно, как мы еще никогда не прокачивали. Очень активно. Потому что у нас сейчас, ну, максимум прокачанных так... Максимум... Ну сколько, ребята? Ну сколько? Кто-то мне скажет? Ну давайте, в принципе, быстренько вернемся домой, и я вам скажу. Сколько у нас сейчас прокачанных покемонов? Даже первый вот этот слот, вот этот бокс не заполненный. А второй, третий, там вообще все пусто. То есть много покемонов, но они не прокачаны. Поэтому, ребята, у нас много работы. Не забываем то, что как только мы будем прокачивать, то в то же время мы будем находить еще новых покемонов. Поэтому нам нужно активно вот это все делать, активно заниматься, чтобы как можно быстрее всех прокачать, да? Поэтому, ребята, сейчас, вот давайте быстренько, пока у нас есть сейчас время... Ну, давайте сначала сюда топнемся. Какие у нас сейчас планы? Как вы видите, Куйдум у нас сейчас 78 уровень. И Галейд у нас сейчас 44 уровень. Поэтому Галейду нам осталось еще 6 уровней. И Хуйдуму осталось 3 уровня. Как только мы их докачаем до вот этих определенных уровней, мы сразу же выкладываем полностью вот эту всю команду. И мы замениваем ее на новую команду. Поэтому, ребята, чем быстрее мы это все закончим, тем быстрее мы возьмем новую команду. И вот так, когда будем их прокачивать, если вот так активно мы будем этим заниматься, то, в принципе, конец сезона в какой-то степени может и будет... Скоро, надеемся, потому что, ну, ребят, вот напишите действительно в комментарии, хотите ли вы новый сезон Пиксельмона, то есть на новой версии, нужно ли вам вот это или нет. Мне просто действительно нужно это знать. Потому что если нет, если вы не хотите, чтобы были еще сезоны Пиксельмон, то, в принципе, нам сейчас нету смысла быстро их всех прокачивать и быстро пытаться найти каких-то новых покемонов, которых у нас еще нет, но у нас есть возможность их найти, чтобы, в принципе, начать новый сезон. Если вам не нужен новый сезон, то мы сейчас не будем торопиться, поэтому, ребята, я у вас и спрашиваю. Напишите, пожалуйста, в комментарии, нужен ли вам новый сезон. Но пока мы будем этим всем активно заниматься, Хуйдуму 2 уровня осталось. Ну, в этой серии докачать ему 2 уровня, я не скажу, что это будет просто, потому что, ну, вы сами видите, то, что опыта ему идет очень мало. Очень мало. Поэтому, ребята, нам нужно искать больших покемонов. А в то же время он делится своим опытом еще также с Галейд, да, потому что ему нужно... Сколько ему там еще уровней нужно? Сейчас посмотрим. Ему еще... Твою мать. Ему еще нужно 5 уровней. То есть 5 уровней Галейду... Ну, в принципе, мы можем прокачать за эту серию, если нам повезет, если все-таки заспамится еще несколько боссов, может, да, если, в принципе, будут спамиться большие уровни, то, может, мы его докачаем. Если нет, то, к сожалению, нет, и мы, в принципе, ничего не сможем сделать. А если вот такие большущие уровни у нас будут вылазить, то... Может, мы даже справимся. Кстати, ребята, кого вы хотите, чтобы я взял в следующую команду то есть на должность капитана? У нас есть там Ларвеста, у нас есть Шайни Литвик, у нас кто там еще есть? Из таких редких покемонов. У нас есть Шайни Зангуз, точно, ребята, у нас есть Шайни Зангуз.
И Shiny Seviper у нас есть. Офигеть, то есть может даже это будет очень круто. Поэтому посмотрим. Я даже вот таких всех мелких уровней убиваю, пускай будет. То есть, ну... Умрут вот эти, но на их месте заслонятся другие. Ну, не то, что умрут, а... Да. Там еще один Shiny, ребята. И это Shiny... Офигеть. Зачем ты столько раз спавнишься? Вот у меня вопрос. Зачем ты нам столько раз нужен? Ты заспавнился один раз, второй, третий, 128-й. Ну, харе уже, то есть... Если ты будешь так продолжать спавниться, то это не значит то, что ты нам еще когда-нибудь пригодишься, да? Поэтому можешь даже не стараться. Вот эти 46-е уровни, да ты выкинешь уже. Я уже думал, опять залагало. Вот, Дроузи, иди сюда, зараза. Ты меня так бесишь, что это с ума может сойти. Дроузи, я ще тебя найду. Я ще тебя найду и я ще тебя накажу. Не то, что докажу, а просто... Где ты? Ты тут был? Нет, но зато мы Зангуза нашли. Нифига себе, сколько с него уровня. С него реально очень много уровня падает. Не уровня, а опыта, извиняюсь. Так, иди сюда. Иди. Ты где, зараза? Мы тебя уже словили, и, кстати, ты у нас Shiny. Поэтому можешь даже не стараться. Больше ты нам не нужен. Можешь даже не стараться. Зараза, 40-й уровень. Шайни. До чего мы дошли, то, что мы уже убиваем шайни покемонов. Офигеть. Кто там у нас есть? Джеки? 20-й уровень это вообще ничего. То есть, нафига вы нам? Босики. Что-то, если честно, в этой серии босиков не вижу. Должны бы уже появиться, да? Должны бы уже быть, но я почему-то не вижу. Еще остался один уровень, ребята. Еще остался один уровень Хуйдуму и три уровня... Кому там? Галейд. И, в принципе, это его первая эволюция. Если мы хотим еще одну эволюцию, то есть по второй ветке, да? Ну, вот этого Галейда, то мы должны найти... Так. 60-го уровня Зангуза кто убил? 20-й или еще 20-й уровень? Вот, да. Я, если честно, не знаю, как это вообще сделано и как он умер. Ну, допустим, ладно. Поэтому, ребята, мы еще одного Ралса должны найти. Потому что... Кто там у нас есть еще? Гардевуар, или как она там говорится. Поэтому мы должны еще одного найти. А я не помню, где мы его ставили. Вроде это было где-то в лесу. Вроде. Я его вообще даже, знаете, как-то не искал, я просто гулял, и у меня была мысль, что все-таки, да, нужно будет его словить. Но я не знал, где он водится. И потом, пум, заметил его и словил. Еще один Дроузи, зараза, а? Поэтому, ребята, нам еще одного нужно найти, потому что это такой... Да твою мать, иди сюда! Охренеть, ты дотошный! Почему вообще... В Пиксельмоне все покемоны не разговаривают, но есть несколько покемонов, которые все-таки разговаривают. И они такие нахрен дотошные, то что это можно просто с ума сойти. Если честно, не знаю, ну офигеть просто. Куда я кинул? Ладно, давайте быстренько, ребята. В сумме нам еще 3 уровня осталось. То что Хуйдум у нас, офигеть какой... Какой требовательный. В том смысле, что ему реально нужно очень много уровня для того, чтобы он... Я там Шайни видел, мне показалось. Наверное, все-таки показалось. Ему, в принципе, очень много уровня нужно. Опыта, точнее, для того, чтобы он уже наконец-то не эволюционировал, а прокачался до 75-го. Давайте еще вот этого. Если нам будут вот такие встречаться, как сейчас, то, в принципе... мы сможем справиться в этой серии. Если... Во, наконец-то. Ну, нормально, справимся. Вот, ребята, честно, справимся. Напишите в комментарии, думаете ли вы, что это будет так или нет. И, знаете, у меня даже уже на заднем таком плане даже уже мыслей нету. А может, сейчас мы тут находимся в океане, и может, сейчас тут где-то Кьогр заспавнится, или может, Лугия заспавнится. Все, у меня уже вот этих мыслей нету, потому что мне уже накакать. Если вот так в грубой форме, извиняюсь, но медицина уже накакать. Потому что я уже за ними охотиться не буду. Можете вы спавниться. Если заспавнитесь, то я, может, словлю. Но... Специально, знаете, как мы делали, выделять новосерии для того, чтобы словить, я не буду. Поэтому извините. Хотите спамьтесь, хотите нет. Ребята, нам же уже пофиг, да? Нам уже пофиг. В предыдущем, точнее, если будет следующий сезон, то
Может, там версия будет уже не такая баганая, как вот эта. Потому что вы действительно можете заметить то, что, ну, косяков тут очень много, и очень много всяких недоработок, и то кто-то не спамится, то кто-то нереально как часто спамится, то что-то еще, то что-то еще. Поэтому фиг его знает, ребята. Вот, 75 уровень у нас уже хуйду. Замечательно. И нам как раз еще остался один уровень, чтобы докачать галейт, и все. И все, ребята, мы можем уходить. Мы можем уходить, но сейчас еще самое главное, найти какого-то большого уровня, чтобы его докачать. Давай, давай. Ну давай. Shiny Dweeble, нифига себе. А он, кстати, у нас уже есть, поэтому, ну, нету смысла его еще раз ловить. Какой смысл, да, чтобы у нас было два одинаковых покемона. Ну давайте, о, 42 уровень. Нет, все-таки сможем мы его убить, сможем. Дайте нам уже уровень нафиг, дайте, пожалуйста. Потому что, мне как, нет, хуй думаю, мы вряд ли быстрее прокачаем, чем Галейд. Но последний уровень остался, и мы, ребята, на этом заканчиваем прокачивать вот эту команду. Главное еще найти где-то большого какого-то уровня, потому что вы видите то, что сейчас какие-то маленькие вообще уровни поперли. Поперли. Кто у нас тут есть? Дроузи. Опять вот эта зараза. Ты меня заколебал, честное слово. Может, харе уже спавится, Дроузи? Иди сюда. Дроузи. Иди сюда, потому что я только буду беситься. Вот, наконец-то. Замечательно. Все, ребята, мы сейчас уходим. Мы уходим, отсюда. Прощай, остров. Мы вернемся сюда только уже со следующей командой. Ну что, ребята, идем домой и выкладываем вот эту всю нашу команду. Давайте вот это снимем, поставим фиг его знает куда и выкладываем. Вы нам отлично послужили, но мы вас выкладываем. Ребят, я не беру вот этих покемонов, которых я сейчас замениваю. Не-не-не, не думайте. Я просто их выкладываю, чтобы вот эти все наши прокачанные покемоны были вот в этом первом слоту. Слоте, да? Ну, Суйкуна еще пару уровней, ну потом, если что, докачаем. Вот смотрите, все ли у нас прокачанные? Вот тут нужно, допустим, вот... Да фиг его знает, вот так здесь. Прокачаны, все прокачаны. Ну, то, что потом Агрону еще один уровень нужно будет докачать. Фросту, то есть Эмполеону еще 5 уровней нужно будет докачать. Ну, это уже... О, вот Бонита у нас есть еще тут не прокачанная. Вот тут 5 уровней. Тут один уровень. Ну, в принципе, но это потом, ребят, это потом, не думайте. Это не сейчас, это все потом мы сделаем. Сейчас самое главное, вот прокачивать вот этих всех покемонов. Ну, у нас в первом слоте до сюда, вот. До сюда у нас все прокачаны. Вот тут у нас все прокачаны. Вот эти у нас еще не прокачаны. В принципе, вот тут у нас могут еще быть какие-то покемоны, которых мы прокачали. Вот пупок, допустим, да, пупок у нас прокачанный. Кто у нас тут еще может быть? Апсулу один уровень остался. Потом, кто тут у нас есть еще? Скармори 2 уровня осталось. Ну вот Лукарио у нас еще прокачанный, в принципе. Но ему еще 7, не 7, а 3 уровня осталось. Поэтому, в принципе, можно уже даже считать то, что он в какой-то степени прокачанный. Потом, Саша, нет. Слуг, вот этот у нас более-менее так прокачанный. Еще ему 10 уровней осталось. Ну и, в принципе, тут у нас Лапрос есть. Но они, конечно, еще не прокачанные, но все же. Все же, это такие покемоны, знаете, вот, вот этот Краудант, 3 уровня осталось. Ну вот у нас, ребята, Шайни Зангуз. Давайте возьмем его. Берем Шайни Зангуза или все-таки оставляем Литвика? Как вы думаете? У нас есть тут обычный, да, Зангуз? У нас должен быть обычный. И все-таки, или я его уже удалил? Вот обычный. Поэтому, видите, обычного мы уже удаляем. То есть на одного покемона у нас уже меньше получается. Если мы этого поставим вот сюда, да, то на одного покемона у нас уже меньше получается. И вот таких покемонов у нас еще, в принципе, много есть. Но кого мы берем, ребята? Кого мы берем на прокачку? Давайте Диглита возьмем. Ну, в принципе, только для того, чтобы прокачать и вообще забыть о нем. Возьмем Диглита. Сейчас. Тропиус, кстати, вот у нас еще один прокачанный есть. Поэтому можем сюда поставить. И там Тотодайла я видел. Вот смотрите, ребята, тут у нас есть... Где Тотодайл? Вот Тотодайл. И у нас был где-то... И Кроконав. Поэтому, смотрите, вот этого мы, в принципе, тоже можем удалить. Хоть это и первая эволюция, но мы словили вторую Шайни. Кто у нас еще... Кого можно сейчас взять? Вот, смотрите, Мью мы еще даже вот сюда куда-нибудь переместим. Вот так.
Нам нужно, во-первых, летающего одного и под водой. На всякий случай, если, допустим, мы найдем Дратини, и нам нужно будет спуститься под воду. Поэтому берем Лапроса и летающего давайте возьмем... Ну, кто у нас есть с летающих? Давайте Фирова возьмем, летающего. Хотя у нас тут, в принципе, Старли есть. Давайте Фирова возьмем. Манкия оставим, Манкия можно оставить вместе с Низла. Ну, давайте, я не знаю. Давайте Ликитунга возьмем, да и все. Вот, ребята, наша новая, я не скажу, что сильная, но все же команда. Чем мы будем сейчас заниматься? Сколько у нас там, кстати, серия идет? Ух, в принципе, у нас есть еще немного времени, мы можем кого-то допокачать. Ну что, ребята, Фиру. Давайте отправимся опять на остров, потому что сейчас нам нужны мелкие уровни, сейчас нам не важны большие уровни. Потому что на больших... О, нифига себе, это босс? Нет, это Шайни. Да, это Шайни. Так, Шайни нам не нужен. Поэтому, ребята, мы сюда отправляемся только для того, то, что нам сейчас... В принципе, нам сейчас не нужны большие уровни. Мы большими уровнями никого не сможем убить. Точнее, больших уровней мы не сможем убить. Ну, как вы видите, вряд ли мы кого-нибудь сможем убить, поэтому сейчас нам Фировом, ну, короче, нам вот этим заразенышам нужно всех прокачивать. Вот смотрите, Fire Spin, вот замечательно. Confused Ray, Smoke, Ember, давайте вот так. И мы ему с одного покемона прокачали 5 уровней. Нормально. Давайте, знаете, наверное, все-таки вот так заменим. Допустим, вот так. Прокачаем Литвика до 25-го, да? Допустим, до 25-го. И после этого мы уже можем... вот так. Да, замечательно. И после этого мы уже можем самим Литвиком прокачиваться. Потому что он уже после этого будет достаточно таки сильный, да? Силен. Но до этого момента нам нужно его прокачивать с помощью хотя бы Фирова. Потому что я не скажу то, что он сильный покемон, но... Сейчас, на данный момент, в команде у нас больше никого нету, да? Вот 27 уровень. Если мы его сможем убить, то, в принципе, за него нам должно дать нормально так уровней. Да, нормально так уровней. 1000 чем-то опыта. Как думаете, кого я вызвал? Я не того вызвал. Вот так. Как вы думаете, сможем ли мы к концу серии прокачать Литвика к 25-30 уровню? Как вы думаете, ребята? Если, конечно, получится, сейчас он уже 17-й, ну, Азумарил у нас большой уровень, мы его трогать не будем, потому что мы его можем попытаться, но лучше не нужно, потому что если он нас убьет, то лишний геморрой, в принципе, не хочется. Она, кстати, Чикарь, есть ли она у нас? Нет, у нас вот этого стартовика у нас, походу, еще нету. Можно потом тогда будет найти и попытаться его словить. Потому что, ну, если мы даже будем заканчивать сезон, то как минимум нам нужно, чтобы у нас были все стартовики. Это, в принципе, самая такая главная цель, да. То есть без всех стартовиков в этом сезоне мы не сможем закончить... Опа. Этот сезон. Ну, смотрите, у нас есть 11 уровень, Шайни. Мы можем его сейчас словить. Можем попробовать, если словится, нет. Я даже уже, знаете, что думаю, будем ли мы делать еще кучу новых покеболов? Я не знаю, может все-таки взять, знаете, ребята, и просто добавить в магазин. И потом просто торговаться с этими продавцами. Да, потому что монеток у нас уже дофига. Посмотрим, ребята, если честно, пока что не знаю, давайте не будем загадывать, потому что, ну, честно, я пока что не знаю. Вот, видите, офигеть. Будем сейчас убегать, чтобы нас вообще не растрепали по полной программе. Кого мы еще тут можем найти? Кто там у нас вообще? Кто это вообще такой? А, слово. Опа, боссики. Я вижу там босса. Ну, сможем ли мы его убить? Вот в чем вопрос. 42 уровень. Хотя, сможем. Если он нас быстрее не убьет, то мы его сможем. Смотрите. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ах ты, зараза. А, у нас же лики. Во, замечательно. 2000 опыта. Ну, для Литвика, да? И он уже 22 уровень. Да твою мать, а. О, еще один босик. Еще один босик. Во, замечательно. 42-й, опять 42-й. В принципе, предыдущий был где-то так же.
Ну, этого, мне кажется, мы... А, ну, и конечно, если ты еще... Твою мать. Если ты еще будешь убегать, то, конечно, мы тебя так сможем словить. Точнее, не словить, а убить. Если ты будешь после каждой атаки убегать. Давай. Давай, еще чуть-чуть. Давай, давай, еще. Потихонечку, ребята, потихонечку. Пока у нас не кончатся вот эти все атаки. Мы его, в принципе, сможем убить. И уровня нам тоже так нормально даст. Кстати, как только эволюционирует Литвик, да, то мы его потом еще сразу же сможем эволюционировать в следующую эволюцию с помощью огненного камня. Потому что у нас вот этих камней уже куча есть. В принципе, при себе у меня нету, но в сундуках есть. Вот замечательно, мы его убили. И сейчас можем опять отсюда валить. Ну, больше боссов я, к сожалению, не вижу. Но Литвик у нас уже 40... Ой, какой 40? 23 уровень. 43, да? Если мы его все-таки сможем докачать до 30 уровня в этой серии, то, в принципе, можем уже спокойно заканчивать эту серию и больше не париться. Ой, ты, твою... Не-не-не-не-не, чувак. Уходи от меня, даже не подходи, мы с тобой еще не будем сражаться. Вот этого мы можем попытаться убить. Если он сам взорвется, если... Ну... Вряд ли. Знаете, когда нужно, тогда он взрывается. У него такая атака специальная есть. Поэтому фиг его знает. Вот я не знаю, будем ли мы разводить еще покемонов, потому что у нас еще нету много покемонов, которые спавнятся только начиная со второй эволюции. Допустим, тот же Эликид, он не спавнится. Спавнится только его уже следующая эволюция. Это Электробас, которого я видел где-то вот сюда. Вот он. Поэтому... Я не знаю, ребята, нужно будет подумать по этому поводу. Ух ты, нифига себе. Да твою мать, а! Да уйди ты нафиг от меня. Я понимаю то, что ты очень большущий уровень, но... Там... Нет. Опять, опять! Ты нас преследуешь нафиг. Честное слово, он нас преследует. Он нас преследует. Кто у нас тут еще есть? 16 уровень, 30 уровень. В принципе, Фиро, ты уже 31 уровень, ты уже, по идее, должен его... И... Если Ликитунг... Если Ликитунг покажет себя лучше... Сейчас, не тем его ударил. Если Ликитунг покажет себя сильнее... Ух, да, Ликитунг сильнее. Поэтому будем мы сейчас, ребята, Ликитунгом качаться. Я потерял где-то Lucky Edge, или он у меня опять залагал. Как видите, ребята, эта версия реально очень баганая, лаганая. Смотрите, я не выкидывал Lucky Edge. Я не выкидывал вот то яйцо, я его одел на Фирова. Но оно куда-то пропало, оно куда-то вообще выскочило. Потому что я его не выкидывал, это 1000000%. Видите, это лаги, ребята, в этой серии. Не в этой серии, а в этой версии. У меня уже не первый раз такое, то что... А вот эти все предметы, они просто-напросто берут и пропадают. Фиг его знает, откуда они пропадают, и фиг его знает, куда они пропадают. И все, и то есть фиг ты их уже найдешь, если ты играешь прям так, то что ты не можешь включить гейммод и вернуть себе вот этот лакеич, который пропал. Поэтому все, пропал и пропал, ты ничего не сможешь сделать. Поэтому, как видите, ребята, он куда-то испарился. Я не настолько слепой, то что я его не вижу сейчас в инвентаре, потому что его там просто нету. Ну что, тогда будем брать Ликитунга, и с помощью Ликитунга сейчас будем прокачиваться. Мне кажется, ну он такой, более сильный, мне так кажется. Своим языком нафиг как запиндолит кого-то на нормальный так урон. Ну, в принципе, не прям нормальный, но все же он сильнее бьет, чем тот же Фиро. Поэтому давайте мы сейчас быстренько им докачаемся. Вряд ли мы его сможем прокачать к 35 уровню в этой серии. Хотя он уже 33-й, поэтому... 33-й, а Литвик у нас 25-й. Ну... Ах, ты опять зараза тут, а? Ты опять зараза тут. Вот это... Сейчас мы его допинаем, сейчас. Во, наконец-то. Выключим вот это. И знаете, что я еще хотел? Хотел я что-то только что сказать, но забыл. Забыл, ребята. Кого бы нам ударить? Кого бы нам ударить? В принципе, сколько? Серия уже нормально длится, но... Но... Литвик, давай-ка ты попробуешь кого-нибудь уже убить сам. Если у тебя это получится... Ну,
вот таких только мелких уровней. 800 опыта. Lucky Edge. Твою мать! Иди сюда! Ты нахрен не друзи, ты мать твою попугай нафиг! Я уже все запомнили, как тебя зовут. Закрой ты уже свое пердолово. Твои, иди сюда нафиг. Иди сюда. Я понял, чувак. На тебе по твоей желтой заднице. Иди сюда. Он меня уже так бесит, что это с ума может сойти. Вот честное слово. Иди сюда. Иди сюда нафиг. Твою за ногу. Охренеть. Вот такие дотошные. Это просто с ума может сойти. Вот честное слово. Я не представляю, кто их делал, но хоть бы какой-то, знаете, грань какую-то поставили, или просто промежуток, да, между тем, когда он повторяет и когда он еще раз говорит свое имя, то есть, ну, хотя бы раз в минуту. Но не каждую нафиг секунду, это бесит. Очень как бесит. Офигеть. Я не знаю, кто это сделал, честное слово. Вот давай ты его сейчас убьешь, и ты, может, будешь уже даже 28 уровень. Да, ты уже 28 уровень. Вот так, замечательно. Молодец, молодец, Литвик, тебе еще 2 уровня. Ну, я не скажу то, что ты эволюционируешь, да, но все же хотя бы будешь 30-м. Это уже какой-то прогресс. Если тебя, конечно, не убьют, поэтому давайте... Ликитунг нас подстрахует. Ликитунг, кстати, шайни. Манки, кстати, шайни. Литвик, кстати, шайни. Диглик, кстати, шайни. Фиру! У нас, короче, в этой команде 5 шайни покемонов. Офигеть просто. 5 шайни покемонов. Иди сюда. Гибну. Иди в жопу, а? Вот вместе с Дрози вы как раз близкие родственники. Твою нахрен. Вы оба дотошные, вот честное слово. Вы, опять с шайни зуба. Вы прям реально близкие родственники, потому что... Гипно это следующая эволюция Дроузи. Вы прям, знаете, оба дотошные настолько, что это с ума можно сойти. Я сейчас понимаю, почему. Давай, Литвик, поднажми. Поднажми, Литвик. Твою мать, а. Сейчас мы убежим, и сейчас мы тебе опять задницу надерем. Давай, давай, Фиру. Давай, Фиру, покажи ему. Покажи ему. Ему еще 2 уровня осталось. И мы его выкладываем в этой... Ну, не выкладываем, а просто заканчиваем, можно сказать, эту серию. После того, как мы его докачаем к 30 уровню. У-у-у, Дрози, уходим, ребята. Они просто сейчас будут мне парить мозги, как не знаю что. Давайте пойдем поспим, вернемся, их там уже не будет. Они сейчас там, ладно, когда один Дрози, сейчас их там 10 нафиг, и все 10 будут повторять Дрози, Дрози, Дрози. Это реально с ума можно будет сойти, поэтому давайте валим отсюда нафиг. Валим отсюда нафиг и еще раз сюда вернемся. О, Шайни Гипно, ну, ты прям нам очень сильно нужен, честное слово. Дратини, нету Дратини. Ух ты, ни хрена себе, прям огромный арбок босс. И он охренеть какой большущий уровень. А, 53 уровень, я не могу Ликитунга вызвать. А без Ликитунга мы его вряд ли убьем. Мы бы его убили, да, вот сейчас мы его немного побьем Фировым, да, хотя бы. Ну вот, 30% мы ему снесли. В принципе, дальше мы ничего не сможем сделать. Если мы еще Лапросом ему снесем хотя бы 10%, это будет круто. Если мы потом еще Манкием хотя бы снесем ему 5%, это тоже будет круто. Но больше, к сожалению, мы ничего... Ну почему я не могу его вызвать? Ну это охренеть просто. Убей его. В принципе, по идее, он не должен по нам попадать, потому что... Во, потому что он призрак, да, покемон? Поэтому да, нормально. Замечательно просто, а не нормально. Он уже 31 уровень. Офигеть! Если бы он нам не попался сейчас в серии, то мы бы его еще дальше прокачивали. Поэтому, ребята, нужно искать боссов. Нужно искать боссов. Ну, если бы это было так просто, как это звучит, да, то было бы вообще круто. Но смотрите, он уже будет сейчас 32 уровень. Хары прыгает, ты что там нафиг? Брейкдансер? Давайте... Он что... Давайте убежим нафиг. Я сказал, давайте убежим. Ты чё, охренел? Вот, ты не хочешь нас отпускать. Вот ты хорошо подумал.
Ты хорошо подумал, Арбок. Ты не хочешь нас отпускать. Ну, ладно, это было твое решение. Не хотел он нас отпускать, мудачина, а? Не то, что мудачина, но ну просто не хотел он нас отпускать. Ну, не хочешь так не хочешь, мы тебя убьем за это. Ну, в принципе, ребята, нам действительно на этом уже, наверное, нужно заканчивать. Не будем тоже делать там полуторачасовую серию. В принципе, нормально, мы выложили старую команду, мы взяли новую команду, и у нас уже Литвик с 5 уровня превратился в 31. Поэтому в следующей серии давайте какие-то планы. Давайте в следующей серии, если мы докачаем Литвика до 45, нет, до 50 уровня, это будет уже круто. Если он будет 50 уровень, то у нас уже будет Шанделур, потому что мы его эволюционируем. А когда у нас будет Шанделур, тогда кач реально еще больше попрет, потому что Шанделур будет качать всех до 50-го. 40-й, 50 уровень, то есть не нужно именно до 50-го, да, можно до 40-го, 45-го прокачивать, тоже будет очень даже круто. Поэтому, ребята, на этом мы будем... О, давайте еще вот этого убьем, если, конечно, сможем. Вот так, 43 уровень. Если мы его, конечно, сможем убить, это будет реально очень круто. По идее, он не должен по нам попадать, потому что, ну, разве что какими-то атаками. Не всеми. Вот, замечательно, замечательно. Вот так. Мы еще одного и босса убили. И босс. Не босс, а и босс. Опа. Да, попасть на такой дистанции. Ну все, мне кажется, больше тут боссов не будет. Ну, да, мне так кажется. Поэтому, ребята, на этом мы уже ни хрена себе. Это что за чудовище? В принципе, я знаю, что это за покемон, но если вот так сдалека увидишь, что там за громадина такая плавает, это офигеть. Офигеть можно, реально. Ну, ребята, как я уже сказал, на этом мы будем заканчивать эту серию. Не расстраивайтесь, потому что мы встретимся в следующей серии. И когда она выйдет, зависит только от вас, как я уже много раз говорил. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, хотите ли вы следующий сезон. То есть, хотите ли вы следующий сезон Пиксельмона с новыми версиями. Как я уже сказал, если да, то... Это зависит только от вас, ребята, если мы будем набирать очень быстро лайки, это зависит только от нашей 7 подписчиков, и я надеюсь, что мы все дружно сможем набрать 1200 лайков, чтобы новая серия Пиксельмона вышла еще быстрее. Если наберем 1500 лайков, 1700 лайков, то серия еще быстрее выйдет. И так серия может выходить каждый день, зависимо сколько лайков мы будем набирать. Чем больше, тем быстрее серия выйдет, да? Если будем набирать до 2000 лайков, то серии вообще в один день будут выходить, и мы сможем выпускать по 2 серии даже в один день. Поэтому, ребята, это зависит только от вас. Если такими темпами мы это все будем делать, то мы закончим этот сезон, в принципе, к концу зимы. Я не знаю, честно, не будем загадывать. Фиг его знает, нам еще нужно реально прокачать много покемонов. Но, как я уже сказал, ребята, это зависит от вас. Поэтому набираем 1200 лайков, сразу же выходит новая серия. Набираем, ну, выходит новая серия. Набираем еще больше, сразу же, и тем быстрее. Также, ребята, не забываем подписываться на меня и вступать в нашу большую дружную семью подписчиков. Я всех вас приглашаю, потому что, как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому не стесняемся, секунду, чтобы поставить лайк, секунду, чтобы подписаться, но вы действительно сможете сделать мне приятно. Поэтому, ребята, я еще раз повторюсь, к сожалению, мы заканчиваем эту серию, встретимся в новой. Но я еще раз вам хочу сказать большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.